Конаковском районе утром 5 сентября силами ПВО был уничтожен беспилотник. Пострадавших нет. На месте работали экстренные службы. Соответствующее видео публикует одна из групп в соцсетях. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать все необходимое содействие. Напоминаем, что в Тверской области действует запрет на использование беспилотных воздушных судов, независимо от их массы. При обнаружении БПЛА необходимо сообщить о нем по телефону 112 или в дежурной части УМВД, а также УФСБ. В случае получения от служб дополнительных указаний и рекомендаций действовать в соответствии с ними.